На первый взгляд, моя профессия, преподаватель математики, никак не связана с рисованием. Но я убедилась, что это неправда, это не так. Потому что, в общем-то, математика – это творчество. Точно такое же творчество, как и рисование. Рисовать я начала уже после того, как вышла на пенсию, и получаю от этого огромное удовольствие. Это просто какая-то радость, удовольствие от того, что ты что-то создаешь, ну, просто купаешься в этих красках. Профессия, я закончила радиотехнический институт, тогда он назывался институт. Работала, конечно, по профессии, по специальности много лет. Вот, ну, теперь вот на пенсии имею возможность заниматься тем, что нравится для души. Хорошая моя приятельница, подруга Оля. Она меня звала с самого начала. Я говорю, нет, мне некогда, и вообще это сложно, я это не смогу. Но, наблюдая за ее творчеством и ростом, что-то так захотелось. Я думаю, да пойду-ка я попробую. Ну, пришла. И когда Ирина Геннадьевна посадила за эту лампу, удивительную, двухцветовую, я сидела и думала, боже, зачем мне это нужно? Второе, третье занятие я поняла, что я настолько ухожу вот куда-то вот в эту лампу, в эту работу. То есть отключаешься от всего, от окружающего мира и получаешь какую-то такую положительную энергию и покой, и радость. И чувство того, что ты, да, смогла. Человек сам себя должен организовывать, растить. Сначала это бывает рост в школе, потом в институте, потом семья, потом дети. А потом мы приходим в какой-то момент и думаем, а ведь вокруг еще что-то есть очень интересное. И тут весь смысл. Если человек сам себя может организовать и наполнить свою жизнь вот этими разными смыслами, интересами, которые вдруг были упущены в юности, вот это, наверное, самое хорошее. То есть здесь приходят взрослые, которые когда-то мечтали, но не сложилось, например. Не сложилось там. Или в художественную школу не отдали родители, тогда это было сложно, потому что здесь с возрастом. Вот, раньше одна художественная школа была на весь город, первая. Это сейчас у нас в каждом районе много художественных школ. Или же это просто была какая-то мечта. Или вдруг хочется дома повесить какую-то картину, ходишь и ищешь ее, и не находишь. В конечном итоге надо что-то сделать. Когда приходят взрослые, это уже состоявшиеся люди со своими интересами, со своими знаниями, со своими разными историями. И здесь важно как бы не испортить вот то, что есть. Они уже готовы, им надо только помочь. И если есть желание, тогда все получают тот результат, который они хотят. Вот хотелось такую картину, будет такая. Хотелось, вот, например, там эксперимента, будет эксперимент. В детстве хотелось, в школе, но потом такая бурная, сложная жизнь. И вот Ирина Геннадьевна правильно сказала, что это не было рядом, что можно было куда-то пойти, а сейчас возможность такая вот появилась. Забыть невозможно первую работу, потому что все новички, которые приходят к нам в студию, начинают именно с этой работы. Это мы рисовали в двух цветах лампу. Да, она у меня до сих пор жива. Приходят тоже многие с нуля, и они начинают рисовать. На удивление у всех получается. И получается профессионально, получается так, что это доставляет радость. Когда приношу свои работы законченные домой, вешаю, и потом хожу и смотрю, нет, этого не может быть, чтобы я это сделала. Это не я. Это какое-то вот волшебство, и на самом деле это волшебство. Вот то, что здесь происходит. Это вот одна из первых работ, я ее очень люблю. Она выполнена мастихином. Очень люблю по жизни желтые цветы. У меня картины, где желтые цветы. И я ее очень люблю, берегу. Хотелки не кончаются. Одно кончаешь, другое начинаешь. Но мне очень, вот, допустим, волна какая-то пошла, мне хотелось рисовать фрукты, овощи, натюрморты, какие-то свои там чашечки, фужерчики. Значит, пошла волна. Сливы, яблоки и прочее. Или животные. Очень хотелось рисовать животных и зверушек. То есть это собаки, лисы, олени. Либо путешествие, вот как Ирина Геннадьевна сказала, приезжаешь откуда-то, ты под такими впечатлениями, что Эльбрус, Алтай, хочется изобразить на холсте.
трудная работа на самом деле. Здесь не просто вот все собираются так и не разговаривают. Здесь разговоры, здесь всякие поездки, всякие интересные опыты обсуждаются. Все, что происходит в мире, здесь тоже все обсуждается. И когда есть круг единомышленников, все происходит гораздо интереснее. И работа интереснее, и жизнь становится интереснее. Тут даже вот каждого человека можно взять и про него отдельную историю рассказать. Как происходило вот это вот становление творческой личности уже взрослого человека. Рисование – это роскошь человеческого общения со всеми людьми, которые здесь, и с преподавателем Ириной Геннадьевной. Она умеет создать такую атмосферу какой-то доброты, какой-то такой домашности, атмосферу праздника из каждого занятия. Ирина Геннадьевна – это наш все. Это человек, который объединяет нас всех, который уже не просто нам педагог, это уже и друг, и советчик, и к которому можно обращаться по любым поводам. Практически мы, можно сказать, что сдружились уже коллективно за столько лет. А есть еще такие истории, что, например, человеку рисовал, потом поступил куда-то еще, учится уже, и уже получает свой собственный диплом художественный. У кого-то есть свои студии. Вот эта студия «Винсент» – это фактически Наталья Кравцова, которая тоже у нас начинала рисовать. У нее, конечно, было образование, но музыкально-педагогическое, да? А здесь она посмотрела, думает, прекрасно, у нее тоже будет студия. У нее своя студия теперь. Влечений много, это тоже от жадности хватаешься за все. Это значит, надо все попробовать. И куклы-мотанки, и из глины слепить, и там, не знаю, что мы еще, из мозаику сделать, и игрушки вязаные, и прочее-прочее. Все, и живопись по шерсти. Надо просто захотеть. Если вы хотите постройнить, то без желания у вас ничего не получится. Так и здесь. Если вы хотите что-то сделать приятное, надо этого просто захотеть. И все получится. И нарисуете, и свяжете, и поедете, и все сделаете. Главное – желание. Это удивительное занятие для души.